Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Вот один за другим появляются всходы в моих лотках. Сначала я показывала 2 дня назад, был только вот этот перец. Теперь уже поднимаются томаты. Видно, что они еще не все появились. Но даже там, где их нет, вот ну таких с листьями, видно, что вот они, петельки лезут. Конечно, все семена равномерно никогда не всходят. Это бывает очень редко, чтобы все сразу. Какое-то семечко более сильное, какое-то чуть слабое. Но они сейчас постепенно, окончательно все вылезут и сравняются. Что самое главное, не упустить. Вот когда вы посеяли, я хочу сказать тем, кто только начал. Вот вы посеяли всходы, ждете там 3, у кого 4, 5 дней. Томаты выходят на поверхность пораньше, перцы чуть попозже. Главное не упустить момент, когда появятся вот эти маленькие петельки. Как только вы увидите, вот чуть-чуть только начинаются вот эти петли, нужно сразу целлофан или чем вы там укрываетесь снять, чтобы они, им нужен сразу доступ воздуха, и нужно сразу их выставлять на свет, если до этого у вас они стояли просто. Вот я когда посею, накрываю пленкой, я не ставлю на свет, потому что еще не было включено освещение. Я просто ставлю их под кровать или на какой-то стеллаж, в шкафу можно, в нише, в теплое место, в любое. Но как только начинают появляться вот эти небольшие петельки, нужно моментально выставлять на свет и открывать эту пленку. Если пленку не откроете, они могут начаться инфекции. Вы знаете, что маленький сеянец, он очень быстро подвержен гниению вот этому. Ему не хватит воздуха, и он может там, погибнуть. И на свет выставлять нужно сразу, моментально, чтобы рассада не вытянулась. Если вы не выставите вовремя на свет, они будут искать источник света. Они могут даже лечь в ту сторону, откуда они увидят, что свет появляется. Нужно сразу ставить под лампу, потому что вот посевы в ранние сроки, вот как сейчас, начало февраля, даже середина февраля, вот в нашем сибирском регионе и конец февраля, без подсветки вырастить качественную рассаду невозможно, это нереально. Обязательно нужен свет. Вот сейчас у меня время уже много, к 12, но на улицу так серо и темно, что если бы не было лампы, даже самим хочется включить электрический свет. Мало света очень. А растениям, конечно, нужен свет. У меня свет горит с 8 утра до 8 вечера. Для томатов это достаточно. Если у вас посадки перца где-то стоят, например, отдельно под другой лампой, им можно оставить на более длительный срок, 14-16 часов. Потом, когда они будут взрослее и света естественного будет больше, можно время сократить. Но вот сейчас не менее 12 часов у меня свет горит с 8 утра до 8 вечера, иногда даже до 9. Все, всходы начинают появляться, но это именно, я еще хочу уточнить, что, видите, у меня написано, томаты для теплицы, которые посажены 29 января. Это именно для теплицы, для получения раннего урожая, небольшая партия, вот несколько сортов, по несколько штук. Это те самые, которые у меня есть летние видео. Настенька, этот демидовский, алтайский сюрприз, которые уже плодоносят, у которых спеют плоды в конце июня, начале июля. Самые-самые первые. Вот они сейчас потихоньку пробиваются сквозь землю. Некоторые уже вышли, а некоторые еще, видите, петельки. Через неделю будут все ровные. До свидания. Желаю вам удачных посевов, хороших дружных всходов и богатого урожая. Все, с вами была Ольга Чернова. Это наши первые всходы сезона 2018.